Герман, как поживаешь? Эй, я не юрист, но ты не нарушил условия УДО? Упс, кажется, мы здесь застряли. Ну что, сыграем в города? Нет. Поборемся на пальцах. Ладно, бьем по морде. Ого, у тебя теперь цифровые наручи, да? Будь по-твоему, хочешь подраться? Давай драться! Скорее бы вернуть тебя в тюрьму, поболтать о науке. Помнишь первый бой? Я молодой и глупый. Ты просто глупый. Много болтаешь. Это твоя точка зрения. Разве уже есть стандарты, сколько человеку можно болтать? А каково идеальное соотношение болтовни и неболтовни? И как это измерить? Слова в минуту, слоги в секунду. Да. А вот теперь можно врезать. Зачем тебе это, Герман? Потому что иначе они меня убьют. Сейчас все будет. Раскайся, и я помогу. Ты правда хочешь помочь? Тогда не мешай мне грабить. Нет, так не пойдет. Знаешь, люди в банки уже не ходят. Тебе повезло, что тут есть наличка. Если хочешь грабить банки, иди на биржу. Это самый сок. Стой, 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 стой! А, нет! А, ну уже, Герман! Скажи, на кого работаешь, и я правда все устрою. Если проболтаюсь, мне крышка. Это они четко сказали. Не дергайся. Просить-то надо. Вежливо. Лови. Герман, ты меня пугаешь. Ты же не боишься людей. Не знаю, люди ли они. Под масками может быть что угодно. Стой. Ты сказал маски? Эти парни в масках! Зачем им деньги? Не знаю! Мне плевать! Закончу работу и свалю! Получай! Будет больно! Сдавайся! И мы тебя защитим! Нет тут! Ты их не видел, а я да! Ты ублюдок! Даю последний шанс! Слушай, я серьезно! Стой на месте! Ладно, я пошутил! Сейчас твой последний шанс! Серьезно! Надо попробовать по-другому. Прости, Герман. Ты сам виноват. Честно. Очень сильно напуган. Эти демоны теперь объявились повсюду. Ладно, Юрий, шокер твой. Отлично. На плато его ждет особая камера.
Оттуда он уже точно не сбежит. И я почти уверен, что он работал на банду демонов. Банды демонов? Заголовок для Дэйли Бьюгл. Эй! Бьюгл — совершенно нормальное новостное издание. Я бы так не сказала. Говорят, у них есть очень хорошие репортеры. А у тебя есть другие отчеты о демонах? Людях в масках? Я тебе перезвоню. Кстати, там в банке ты сильно все разворотил? Тебе не понравится ответ. Зря я спросила. Драка с Шот. Когда мы с МДЖ подали заявку на аренду, я думал, мы съедемся. А мы расстались. Иногда я такой рассеянный. Была долгой. Пора узнать, что новенького в городе. Прекрасно. Сообщение от Дока. Питер, возможно, я поспешил с советом искать новую работу. У меня есть план. Дай мне немного времени. Возможно, мы еще поизобретаем. Неудержимый вот так, Тавиус. Супер новость. Надеюсь, план сработает. Знал, что ты мне поверишь. Они славно потрудились ночью, уничтожали имущество Фиска. Охотятся за Фиском? Черт! Ты думаешь о том же? Война между бандами? Попробуем мыслить наперед. У Фиска есть что-то, что сегодня еще не тронули? Сейчас посмотрим. Вот, в одном из его портов, Портсайде, что-то происходит. Спасибо, Юрий. Я проверю. Слушай, Юрий, а есть мысли, зачем Фиску этот порт? Никаких. Тебя встретит там мой офицер. Джефферсон Дэвис, это его участок. Он хороший коп и давно работает над делом Фиска. Вряд ли кто-то знает про этот порт больше, чем он. Отлично. Я и забыл, как люблю фотографию. Демоны грабят бронемашину! Господа, банкоматы работают не так! А это даже не банкомат! Уличная банда. Всем постам, полицейские ведут перестрелку с демонами. Нужны машины в Грамерсе. Подтвердите.
Демоны совсем распоясались. Открыли охоту на полицию. Офицеры, займитесь ранеными! Я тут разберусь! Кажется, все. Все в строю. Демоны сражались, как одержимые. Если бы мне в 12 лет сказали, что однажды парни в масках попытаются взорвать меня ракетами... Эта станция измеряет количество твердых частиц. И, в общем, если опустить научный жаргон, когда в воздухе их много, это совсем нехорошо. Данные тревожные, но не постоянные. Единственный способ понять, что происходит, проверить выбросы по соседству. У меня другие проблемы. Пробоотборник обнаружил токсичные частицы. Проверю-ка. Можно начать с этого парового клапана. Здесь есть посторонние элементы. Проведу их анализ. Соединение еще с чем-то. Не пойму с чем. Очевидно, это не ограничивается одним зданием. Многие люди в опасности. А что скажет образец из этого места?
Там еще и азотная кислота. Но есть еще что-то. Я на верном пути. Нужно лишь идти по следу. Распространилось шире, чем я думал. Весь район в опасности. Фу, тут еще душок. Пора выяснить, что это. Как-то знакомо это все звучит. Этанол. Почему звучит так знакомо? Ртуть, азот и этанол. Нужно вернуться на след. Когда все будет позади, я сообщу медикам. Пусть проверят здешних. Кажется, я понял, в чем дело. Из тех бочек вытекают едкие химикаты, прямо в водопровод. Нужно срочно все расчистить. Ха. Кальций и кремний делают бетон идеальным поглощающим материалом. Чтобы навести порядок, придется устроить беспорядок. Одна есть. Дышать этим не стоит. Получается! Еще парочка. Нужно держаться выше. Последнее. Запечатаю решетку паутины и остановлю остаточную утечку. Все могло кончиться куда хуже. Научные станции Гарри только что доказали свою полезность. Интересно, а король Тычала получил свои силы после укуса радиоактивной пантеры? Он силен, но все равно больно, наверное. Знаю. Даже Шокер участвует в ней. Выполняет поручения для демонов. Эти ребята не шутят. Может, они хотят заменить Фиска? Не хотелось бы. Надеюсь, они не затевают чего-то похуже.
Спит. На станции есть кормушка для птиц и анализаторы их фекалий. Круто же. Лаборатория для изучения птичьих какашек. Если серьезно, ты же в курсе, что они переносят инфекции, так что мы должны держать их здоровье под контролем. Знаешь, я жалею, что не слышу сейчас твоих туалетных шуточек. Вот же ж. Голуби заразились опасным штаммом птичьего гриппа. И он уже мутировал так, что его могут подхватить люди. Ладно, в лаборатории Гарри есть все для создания вакцины. Надо распространить ее. Или голуби будут как крысы времен бубонной чумы. Лучше всего применить ее в трех точках миграции птиц. Хорошо, что станция покажет мне, где это. Первая точка миграции в парке. Птицы передадут вакцину друг другу как болезнь. Голуби разрешают мне прыгать на своих высотах. Я их должник. Мстители не спасали город от птичьих какашек. Вот так. Вакцина передается по воздуху. Опрыскаю ею деревья. Минус одна. Осталось две. Другая живность и люди даже не заметят спрея. А голуби вылечатся. Ну, или превратятся в зомби-голубей. Осталась одна. Интересно, что скажет об этом Джеймсон? Ставлю на Человек-паук распрыскивает химикаты. Люблю помогать животным. Они не называют меня угрозой и не стреляют по мне. А можно я напишу в резюме, что работал ветеринаром? Так, должно было сработать. Проверю-ка я на всякий случай пару голубей. Вот так. И даже без зомби. Никола Тесла кормил тут голубей. Как и мама Гарри. Помню, как она брала нас с собой. Хотел бы я рассказать Гарри, но мне он вообще не отвечает. Готово. Многие спрашивают, что я думаю о Мэри Осборне. Но главное то, что думаете вы. И вот первый звонок.
Вы в эфире с Джейм Джоном Джеймсоном. Здравствуйте, Мэтт Осборн большой молодец. Он привел город в порядок и поднял экономику. Со всем уважением к мэру, это полиция очистила город. А предприниматели подстегнули экономику. Я поддерживаю многие инициативы мэра, такие как искоренение вынужденных преступлений и борьба с бюрократией. Но мне кажется, он часто приписывает себе заслуги других людей. Он амбициозен, что неплохо. Но я всегда говорю, опасайтесь людей с планом действий. Раньше бдительная пресса не давала политикам брать. Но теперь от нее почти ничего не осталось. У вас есть только я. Баньки. Но он любил Нью-Йорк. А эти демоны, кажется, они... Если они хоть нос засунут в хранилище, я тебя прикончу. Понял, босс. Утроим защиту. Демоны не пройдут. Внимание! Демоны хотят обчистить наши тайники. Два мы уже потеряли. Босс может и за решеткой, но мы все еще отвечаем за его игрушки. Проверка связи. Орел-2 тут? Орел-2 на связи. На посту. Какие тайники обчищают демоны? Нужно убрать людей Фиска и выяснить, что они охраняют. Так или иначе, это не должно достаться ни Фиску, ни демонам. Везде снайперы. Пожалуй, сперва займусь ими. Так много мусора. Красиво развешенная паутина отвлекла бы внимание. У этого снайпера есть охранник. Время разделять и властвовать. Лет 10-20.
кто-нибудь... А вы так ничего и не поняли. Весь порт как минное поле. Тут ставили ловушки многие поколения владельцев. Зачем они нужны? Почему их никто не уберет? Слишком много. Некоторые слишком старые. А боссу нравится. Придает серьезности место. Эта серьезность может тебе руку оторвать, если зазеваешься. Но зато так и сойдешь добраться. Переведите их. Мне нужны эти данные для защиты снаряжения в хранилище. Да, сэр. Здесь. На кой черт нам это место? Сюда корабли уже вечность не заходили. Парень, а ты у нас тугодум, да? Это старый тайник-бутлегер. Да? Ого! С тоннелями и потайными комнатами? Тоннели и комнаты, да. Ты что, слепой? Под нами как раз тоннель, и я пытаюсь его заблокировать. Если Фиск хочет запечатать тоннель, я хочу туда попасть. Эй, как насчет... Сладких снов. Черт, как он сюда пролез? Стоять! Я тебя вижу! Он здесь! Не понимаю, что означают эти номера. Тут С-23, ЦР-17 и Т-12. ЦР-20. Черт, у меня нет номеров. Только название. Кумулятивные заряды, детонаторы, взрывчатка. Я не знаю, что тут что. Надо распаковывать. Может, плюнем на проверку, вскроем и заминируем хранилище? Нет уж, друг. Раз Фиск сказал делать так, делаем так. Найди название и закончим проверку. Интересно, где это хранилище, о котором они болтают? Тено, ты? Доброй ночи. Ты знаешь, что посторонним нельзя являться сюда и вести свои расследования? Да, я знаю. Вот я и принес ордер. Так может, проведем законное расследование? Звучит здорово. Как вас зовут? Офицер Дэвис. Можно Джефф. Ну, а ты? Я шучу. Мой сын твой фанат. Так, с ордером. Можно выбивать двери? Если заполню очень много бумажек. Ладно. Я найду другой способ. Судя по всему, нужно искать дыру в стене или разбитое окно. Проверь сзади. Я бы сам пошел, но человек-паук у нас ты.
будто в фильме ужасов. Ау! Есть тут у вас злой рыбак с крюком вместо руки? Ладно, и где запертая дверь? Джефф, ты тут? Я уже с трудом сдерживаю себя от шуточек. Признателен. Видишь щиток электропитания двери? Ага, есть! Устрой перегрузку, и дверь должна открыться. Умно. Но у меня нет ничего, что вырабатывает ток. Попробуй. Электрошокер, гениально! Я как раз искал такие конденсаторы для улучшения костюма. Электропаутина рулит. Любишь технику? Ты как мой сын. В 5 лет он уже разбирал телевизоры. А сейчас взламывает телефоны друзьям. Похоже, у него есть чему поучиться. Так. Не вижу ничего незаконного. Я, пожалуй, разочарован. Не спеши. Давай обыщем тут все. Искать что-то особенное? Склад построили давным-давно. Он помнит времена сухого закона. Ага. Тогда спиртное хранили в тайниках. Вот здесь. Там что-то есть? Скрытая панель. Такая же, как на входе. От нее идут провода. Нужно найти электрощиток. Посмотрим, смогут ли мои линзы отыскать провода. Сработало? Неа. Наверное, не тот щиток. Иди дальше. Нашел. И у нас тут ничего. Раз есть один тайник, может быть и второй. Заметил что-нибудь на полу? Ага. Они могут спрятать дверь, но не царапины от нее. Смотри, нет ли таких еще. Нужно снова все обыскать. Бинго! Царапина, а двери нет. Я не вижу, по крайней мере. Отлично, сейчас приду. Или не приду. Лифт застрял. Подождите, я затащу вас. Второй этаж. Ржавые детали, большие пищащие крысы. Осторожно, мост сломан. Я уже понял. Отлично! Акробатика на уровне. Не все мы жрем пончики. И то правда. Еще дверь в тайник. Я взломаю замок. Дай знать, когда найдешь электрощиток. Ага, займусь. Открылась? Нет. Дверь, наверное, питает другой щиток. Моя желанная добыча. Нашел.
Готово! Вот молодец! Эй, проверь-ка! Ничего. Мне начинает казаться, что Фиск так издевается надо мной. Взгляни на стены. Тут хранили оружие. Его бы не занесли сюда через переднюю дверь. Отсюда должен быть еще выход. Это стена. Здесь, похоже, проход в другую часть. Люди Фиска говорили о хранилище. Может, мы близко? Не сомневаюсь. Похоже, тут двойная схема. Поищи второй электрощиток. Если б я был электрощитком, где бы... Нашел! Чисто! Вы были правы, потайная дверь! Невероятно. Ты сможешь мне помочь? Тяжелая штука. Раз, два, три. И совсем не страшно. Наверное, старый туннель бутлегеров. И похоже, тут со времен Аль Капоне не прибирались. На пути большая куча бетона. Мне не пройти. Погляжу-ка я на это сверху. Тут есть где развернуться. Подождите. Я застрял. Сможешь помочь? Что это? Может, там метро? Поторопимся. Тут опасно. Ладно, это точно было не метро. Я. Скорее взрывчатка. Похоже на демонов. Хранилище! Быстрее! Черт, демоны уже смылись. Как они нас опередили? Тут наверняка есть другой выход. Поищи. Здесь просто оружейный склад. Был. Бей и хватай. Они уходили в спешке. Не тронули то, что не убивает. Оставили дымовые гранаты, световые, электрошокеры... Тут пустые ящики. И похоже, они забрали те, что не смогли вскрыть. Тут есть закрытая комната, куда они не влезли. Зачем взламывать что-то, когда можно просто откинуть сетку и забрать оружие? Они взорвали замки, чтобы войти! Демоны! Будьте тут. Ну нет. Вдвоем у нас больше шансов. И еще с этим. Езжай. Вперед. Давай! Стоп! Вы арестованы! Слушайте меня! Сандел Хаммен! В укрытие! Вот о чем я говорю! Просто вношу свой вклад. Берегись! Зарядка! Просто выпендриваетесь! А ты уклоняешься от пули. Я слегка впечатлен. Смотри дальше.
спасибо, очень вовремя. Отойди, оглушу его. Сзади. Вы как всегда вовремя. Иду на тебя. Видите, и у меня есть друзья. Они идут. Стреляю, пригнись. Как у нас дела? Кажется, побеждаем. Зарядка! Пускай он домовую! Отойди, оглушу его! Беру на себя! Салма, бой! Что? Вы как? Иди, я догоню. Если я когда-нибудь упущу два грузовика стрелков, я выброшу свой костюм. Этих парней. Они убьют кого-нибудь, если их не остановить. Я постараюсь догнать тебя, но пока ты сам по себе. Держитесь, Джефф, и не лезьте на рожон. Они так и могут подстрелить прохожего. Подберусь ближе. Барана в барне! Для меня место есть? Тройка решила ходить по расписанию. Нам сообщают, что офицера зовут Джефферсон Дэвис. Он получил легкие ранения, и скоро его здоровье полностью поправится. Простите, мисс, а разве вам сюда можно? А тебе? После истории с аукционом меня перевели на городские новости. И я могу сосредоточиться на настоящих новостях, как это. И на демонах. Ты понимаешь, что чем ты ближе к ним, тем в большей опасности, да? Чем ближе я к ним, тем больше у нас будет шансов. У нас? Офицер Дэвис, Мэри Джейн Уотсон, Дейли Бьюгл. Я молчу. Я вас не виню. Но эти ребята свое расскажут с вами или без вас. И в скандалах они профи. А твоя цель? У меня ее нет. Я просто слушаю. Ладно. Садись. Она хороша.